Большая Балашиха Лайф. Новости. В администрации города под руководством начальника управления ЖКХ Михаила Костышак состоялось совещание, в работе которого принимали участие представители подрядных организаций и управляющих компаний, осуществляющих капитальный ремонт на территории городского округа Балашиха. Повестка нашего дня – это капитальный ремонт многоквартирных домов по программе 2015 года. В прошлом году по решению общих собраний собственников многоквартирных домов было перенесено 57 домов на этот год, на 16-й. Мы вас всех сегодня пригласили для того, чтобы пообщаться, узнать, какая у вас обстановка, узнать, какие у вас планы и наметить какие-то графики выхода на объекты. В ходе совещания были подняты вопросы о готовности проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, готовности подрядных организаций приступить к ремонту внутридомовых инженерных систем до 1 марта 2016 года, конечно, кроме работ по системе отопления, а также другие, в том числе и организационные вопросы. Мы планируем в конце февраля, в начале марта, чтобы подрядчики выходили, начинали работать, ну, естественно, те, которые возможны. Вот, это касается инженерных внутренних систем, это электрика, это канализация, это холодно-горячее водоснабжение. Вот сегодня поручено составить эти графики и предоставить на следующее заседание. Вера Безгина, Валерий Сахнов, Роман Суслов, Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.